$10 saying this is Ее вырезают, но добавляют обратно. Добавляют обратно к полному. Это уже внутри игровая катсцена, и как бы она типа, получается, ее нельзя скипнуть. Поэтому ты ее можешь удалить, но время, которое она идет, ты все равно добавляешь. В некоторых играх тоже так бывает. Ну, Зиггурат вышел, извини меня, в этом году. А, это игра 1999 года. SGDQ 2015 is a video game. Фамильярен с играми вида Doom, Quake и Unreal, потому что, ну, не совсем, потому что он какие-то общие знания о них имеет, но, например, видео, которое он посылал, по-моему, на делать комментарии, ну, где он объяснял, собственно, игру, он говорил, что игра похожа на Doom, Quake и Unreal, где я с 100% вероятностью вижу, ну, словно Doom, потому что на Doom она не похожа ни в коем поколении, кроме того, что Doom — это шутер, и это тоже шутер. Таким образом, можно сказать, что на Doom похож эфир и Uncharted, и что угодно. Потому что там есть пушки, и ты стреляешь в врагов. Пушка так... Неверно. Как уже мы заметили, в какой-то момент игра по книге является как бы сиквелом. Приквелом, может, сиквелом, я не помню, сиквелом, по-моему, он говорил. И Коэнику спидранера Shenmue 2, пури-пури. Да, спасибо, Сайрус. Заходи на его канал Твича, там весело. Там дредгазмы. Когда я spoke Russian. Speaking of donations, an anonymous donated $50 saying fear isn't as spooky with no clip and airwalk. Will we get to see some slow-mo nail gun trick kills? Great work everyone at SGDQ for putting this event together. Люблю людей, которые заходят в группу и спрашивают, легитимны ли у нас розыгрыши. Хочу напомнить, что розыгрыши тех вещей, которые мы разыгрываем в своем коллекционном издании, будут подведены итоги только в конце марафона. И так она говорит, мы не указываем место и до какого числа идет. Все, кто на самом деле смотрит марафон, они прибегают только за призами, знают, что закончится это все 2 августа. Потому что вся информация, в принципе, есть у нас везде. И если бы люди именно приходили не только за призами, некоторые моменты, то, в принципе, они знают, что когда все закончится, и точно дата у них есть, как и точно время окончания. We're really excited to be bringing you this block of first-person shooter games. Prior to this, Modge sent in $50. Глубокая ночь, поэтому народу не очень много. Ну как, стоп, у них глубокая ночь? Нет, наоборот. Утро уже. Утро, да, ранее. У нас ставка не из США, мы же не там все. Мы же все тут. У них 9 часов всего лишь. Доставки из США никто не оплачивать не будет, по одной простой причине, что у нас все призы тут находятся. У нас как бы все призы, которые находятся на русском стриме, находятся только на русском стриме. Призы, которые разыгрываются на американском стриме, это совсем другие призы. Вам надо, чтобы их получить или участвовать даже в их розыгрыше, вам надо пожертвовать какие-то деньги на благотворительность. I know. Where's the address? It should be... Oh. Yeah. There. Perfect. Okay. Хорошее определение. Если ты просто юзаешь байди, чтобы накормить душ себе в Dark Souls, и потом бегаешь и не получаешь определенное удовольствие от игры, ну или получаешь, зависит от тебя, это бога-юз. Но если ты с таймером, ну короче, это тонкая грань на самом деле. Если глубоко уходить, то технически, да, бога-юз, это уже почти да. Я до сих пор нахожу некоторые... я хотел сказать, что я до сих пор нахожу записи о том, что люди смотрят Games Done Quick на оригинальном канале, даже не знают существования русского канала. Вот, поэтому, если вдруг у вас есть друзья, которые интересуются спидраны, можете им рассказать о том, что теперь у нас появилась русская трансляция Games Done Quick, и она будет продолжаться из года в год.
Надеюсь, что будет все намного лучше, позже. Я думаю, рассказать о себе мы сможем, если что, в самом-самом конце, когда будет финал. Мы можем, конечно, в перерывах о себе говорить. Я думаю, сейчас это самый лучший вариант. Особенно, что сейчас скоро начнется спидран. Самым лучшим... Пока на фоне камеры. Мы можем в двух словах описать. Ну да, вы можете, на самом деле, о себе поговорить. Я, в принципе, как думал в финале рассказать особенно про всех. Народ в зал придет, как только начнется день, я думаю. Они же там не только занимаются тем, что сидят там, люди собираются, как-то развлекаются там, в игры настольные играют, там гуляют по городу, бухают, в конце концов. Мало ли не занятий, как сидеть всем в зале и тупо втирать вот там, как мы сейчас делаем с вами. Ну да, на самом деле они... То есть люди приходят только на те спидраны, которые они хотят посмотреть. Точнее, они отмечают для себя там спидраны 20, 40 и... приходят только на них. Ну, GTA не переводили, но переводили текст. Это было недостаточно. I just have to restart it again. Because the crosshair is missing it. And then we should be good. На самом деле, Zelda, Mario, Mega Man — это такие популярные игры на Западе были и в Японии, потому что там были приставки, которых, ну, которые в России были не популярные на то время. Поэтому пока в России, в близлежащих странах играли там каких-нибудь Battletoads в Contra от силы, на Западе играли вот более старые Zelda, Mario и так далее. Ну да, к тому же можно учитывать момент, что у нас просто не, не выходили некоторые игры, ой, некоторые консоли вообще на территории России. У нас только в основном была Dendy, то есть клон Famicom, и мы, в принципе, были знакомы только с оригинальным Mario, да и еще парой игр. Ранить будут до 2 августа. Yep. Да. Сейчас нам растянут экран, и Shadex начнется. Он перезапустит, скорее всего. Еще не начал, пока что тут только любуются рыбками. Игра 99-го года выглядит довольно неплохо. Да, эти треугольные рыбки. Ну, из всего у нас тут три кодиша, не знаю, кому именно нужен новый микрофон. Меня вроде бы нормально слышно, если я на своем стриме всегда смотрю. Повторю, так вроде неплохо. Не зря, что микрофон за 150 рублей. Здесь у нас не будет Хиросич, вообще может быть. This is the Wheel of Time. I'm Shadex. It's based on a book series by the same name. It's a fantasy series. It is a first-person shooter made by Legend Entertainment in 1999. В данный момент он рассказывает об игре, что она была выпущена 1000, по-моему, скажем так, в 90-х годах. Да. И она была выпущена по книгам Роберта Джордана. Скажем так, потому что это одна большая фэнтезийная вселенная, и именно оттуда, грубо говоря, будет взята большая часть заклинаний, врагов и ситуаций. Если вы читали эти книги, это будет очень интересное прохождение для вас. Вот. Ну, вообще, это как шутер, то есть, на движке Unreal и на Unreal похоже. Вот это, то, что он делает сейчас, это сейф-хайвер используется и в Unreal, и в... И здесь, потому что это один и тот же движок. Этот движок, этот трюк был найден в Unreal. Теперь он используется здесь, он говорит, что я ненавижу, что мы нашли это, но это сохраняет, это позволяет сохранить больше времени. Этот трюк не очень любят. Так что, на самом деле, с ним в Unreal можно делать очень много, если ты умеешь. Но чтобы буститься, то все, что ты можешь делать, это сейф-хаверить. So one other thing you may be noticing, and may also be annoyed by, is the fact that I'm jumping all the time. It does make you slightly faster, but it also
Учитывая, что он делал с сейф-хавом, у него теперь maybe you can hear it, maybe you can't. Немножко хп, anyway, you may also be noticing that there's no music. That's because we go so fast that we cause an error in the game files, so the music won't play. Двигается слишком быстро, и so you can look at the top left and you can see my health, and Fireball is losing a lot of health to you. Понихопинг легче делается, да? But it's not too big of a deal, because we have really good routing for this, and there are two spells which will help us. We can get heals, which are used back there, and we can also get shields, which are that spell on the left right there. So heals heal you for 10 health each, and shields have full damage to take, which allows us to double the amount of damage we can do. So there is technically a faster way to do this level if you were doing, say, ILs or something, which don't really. Вот этот заклинание, который он только что подавал, это сдвиг, shift. So you do not, you technically need shift to complete the level if you're playing casual. Вообще говорит, что для обычного казуального прохождения он вам нужен. Он вам нужен. Вот, но если взять его с собой, то он поможет опустить много уровень, потому что он сможет просто пройти сквозь стены. Потому что это предусмотрено игрой, но с помощью этого заклинания. So hopefully this guy will hit me one more time, perfect. I'm gonna end this level with a quick triple boost. Выход из уровня. And end it. На выходе подбирают хилки, тройной буст с фаербола. Вместо рокет-джампов тут у нас фаерболы. It'll just start the next level automatically. So there's actually supposed to be a cutscene there, but they don't work on modern systems, so we try to take them out. There's also supposed to be a text box, but we skip it during the load. Я честно не знаю, сколько занимает обычное прохождение. You're normally supposed to go do a bunch of puzzles. Знаю, что если все катсценки проиграются, By shifting through the wall and entering это еще займет полтора часа. Basically a secret area at the very end of the level. Он только что прошел через секретку с помощью того, что он как раз принес с собой этот shift и пропустил, собственно, весь уровень, где должен был быть пазл. Это первый босс игры. У него две формы. Сначала он... Он сначала должен стать таким, потом он становится чуваком, когда он становится чуваком, он может заспавниться в одной из четырех рандомных мест. Это один из наибольших, если не единственный элемент рандома вообще в этой игре. Вот, и он говорит, очень важно сказать, очень важно слушать, okay. So, чтобы услышать, где он That was a little unfortunate, but this guy can появится. Spawn in any of the four directions, and I need, pretty much need directional audio to tell where he is, and unfortunately I couldn't hear him. Мы еще сегодня увидим, особенно в Unreal'е. Because he'll end up running around forever, and he won't Вот, в этом уровне требуется дождаться утра, вот в правом нему углу, можете видеть, у него идет такое солнышко нарисовано. Это на самом деле, то есть это автоскроллер. Все, что здесь он делает, он просто собирает различные вещички, то есть спеллы, которые будут использовать позднее. Единственное, он убьет одного монстра и потом, скорее всего, залезет куда-нибудь на крышу. То, что нельзя покинуть уровень, пока не наступило, не наступил свет. Unreal будет после Wheel of Time, да, следующей игры. We do have some. So as Shadex explores out of bounds areas in the map, we have $50 from Majin Andy. Oh, он просто. Been watching this and AGDQ for some time. Он решил не убирать. Странно, что он решил не убивать моба. Он говорил, что если его не убить, то он потом может завалить тех двух челов и стать настоящей проблемой из-за нозы в попке. И с ним придется что-то делать. Вот. Но он как-то на него подзадал, они его сами развалили там. Или он в него стрелял, я упустил этот момент. Вот поэтому он сейчас просто залезает за карту, чтобы посмотреть на замечательные спрайтовые горы. Еще сделаны вот как skybox, причем буквально бокс, видя куба вокруг всего. Да, то есть как бы если в Думе это еще как-то более-менее единая текстура задняя, то здесь он как-то прямоугольником вокруг карты раскидан. Вот, прошло половина времени, по-моему, а нет, уже две трети от того, что ему надо прождать. Вот. Ничего с этим сделать нельзя, потому что уровень банально до этого нельзя закончить. Alright, so I'm just gonna hang out of bounds right here for a bit. We're just over halfway through the level. После этого игра пойдет намного быстрее. Unfortunately, we can't get a Ликвидатор Welcome to Hell, я не слышал. Я пропустил вопрос, поэтому не ответил.
True out of bounds basically means that there would первый дальнобойщик в путь первым в первых дальнобойщиках никто and it would really mess with your UI. There's a $50 donation from Savu who says that's the fastest speedrun I've ever seen. Go fast, Shadex. Thank you, Savu. Savu is the second place time holder. Savu and Straightburn actually did a ton of Stalker и метро, на самом деле, довольно известны за пределами метро. Наши стримы. Вообще, как игры. Как спидраны, не очень. Как игры, да. Только мне известно, Сталкер там играли в основном в первую часть, которая Shadow of Chernobyl, а особо там Чистое небо, например, или Зов Припяти не раутили. Были какие-то попытки, но ничего такого серьезного. Вот. То есть уровень просто на Darkness есть спидран, он в недавнее время стал еще более забагованным. Очень веселая игра. Используются бочки. И кнопка паузы. Как вы видели в Sonic Boom, самый первый день, кнопка паузы спасает часы для вас. Вот он использует опять этот shift, кинул его куда-то, он улетел. А вот этой стены, через которую проходит его подальник, нет, ее там не разместили. For whatever reason, they just encode a hitbox. Вот, он подобрал заклинание, которое ставит мины, и теперь будет использовать его регулярно для усиления буста с фаербола. То есть он будет ставить несколько мин, потом... О, определенное количество, потому что это уже подсчитано спидранерами, сколько надо, чтобы взлететь до самого верха, в каждой точке, где это нужно сделать. Но необходимо подобрать ее хилки, потому что хп, естественно, ушло в минус. Вот, чтобы хп не уходило в ноль, потому что он прыгает довольно высоко, он просто использует тот же трюк, который он использовал для хождения по воздуху, это quick save, quick load и все. Вот, все эти бусты, они на самом деле, как он говорил сам, как он говорит сейчас, они 100%, 100% стабильны, они работают всегда, потому что буст не... Потому что урон наносит... Урон или количество буста, которое дает тебе, фаербол, они фиксированы. Ведь все, что осталось закончить уровень, но не знаю, нажал ли я первым. I've got a little time to save here, so I'm just gonna put a smiley face. There's actually another like clip there. You can just clip through that for whatever reason. Это метод развлечения. So this is the vault. It is a puzzle level where you get really lost and have to search for spells a lot. Первый пазл, который придется проходить. You won't see any of that though. We're gonna need a spell called Levitate, which we can actually use to float straight to the end of the level. They just didn't program this level well, I guess. So уровень очень плохо запрограммирован. Просто с помощью левитации можно улететь до самого низа. Просто потому что можно пролететь сквозь стену. И потом shift, который... В этом уровне есть два shift, E1, но, по идее, они оба нужны для прохождения. Или три shift, но, короче, не все нужны для прохождения. Но на самом деле у него один останется, потому что он прошел сквозь стены. There's a boss here. I'm going to shift through the ground and just run past her. Usually that used to take like 30 seconds to 40 seconds, depending on the RNG you got. Мы его не увидим. I'm gonna go about 15 seconds on my way here, though, to load up on a bunch of spells so that I can skip this entire level. So that was really good. Подбирается заклинание, чтобы посетить уровень до конца. Movement through there. Oh, just gotta hit that. So I'm gonna do a return to the mind jumps here with the second method of boosting Earth Tremor. So if you look at скоро он подберет новое заклинание, по-моему, это будет уже сейчас. Которое самое мощное заклинание в этой игре, которое позволяет буститься очень мощно. Let's throw a shield on, actually. Забыл кинуть на себя щит и умерел, говорю, умер от падения. So we just fly over the level, and then we skip this level as well. If you hold the jump or the button, you'll stand on the air and you can walk right back through the portal. Типа порталов, переходы. Названные well, колодец, я полагаю.
And if you've read the books, by the way, these are the ways. So the game doesn't share that many similarities with the books, but it does share some locations, some characters. У нас, скорее всего, на официальной Википедии называется как-то по-другому. То есть в России-то она называется Sega Mega Drive, но как Sega Mega Drive, так и Dendy это не является официальными названиями консоли. Поэтому Sega Genesis, может быть, он. And I want you to look at the top left corner. Because I'm gonna fly over the level. It's очень a perfect trip, мощный буст через всю карту, по-моему. В следующей карте он должен подобрать самое мощное заклинание, которое бустит много сильнее. Весь смысл игры мы не узнаем, потому что все катсцены он пропускает. Но в начале игры, как он снял, мы гонимся за каким-то парнем, который, как мы думаем, у нас что-то украл. Потом мы выясняем, что это на самом деле не так. И отправляемся спасать мир. Вкратце как-то так. Подробно я сам не знаю, потому что начну прохождение игры только после того, как закончится Скайрима. Нет, это не типа Скайрима, это FPS The Wheel of Time. Those guys like to claw it away, so I like to risk это, типа, it and just throw a fireball under me. Типа чего это? And, now you'll see the true еще зависит от того, о чем вы говорите. О книге, о ролевке и вообще. And now we're gonna pretty much give that away and get the best method of boosting, which is Balefire. So what Balefire is, if you've read the books, it does not actually destroy the fabric of the universe in the game. That would be pretty OP. Well, just but it is still quite OP. So we're going to use it to kill a boss here. It's a charged weapon, and one charge shot kills any enemy, two charge shots kills что any boss. Заклинание, которое он убрал, которое самое мощное, оно, по сути, имеет ограниченное количество зарядов. И убьем парня, говорит, через стену. И потом необходимо, когда стреляешь последний заряд, надо дропнуть его и потом подобрать. Тогда игра будет думать, что у тебя ноль зарядов, что не совсем правильно. И поэтому на следующем уровне она просто восполнит их до 5, потому что это стандартное количество зарядов у этого спелла. And on a zero, if you load the next level, the game gets real. I have 4 health. I didn't shield. If you have a zero count, for some reason the game doesn't recognize it because. Шон говорит, что это только для этого заклинания. С остальными почему-то не так, но с этим, если игра видит, что у тебя ноль зарядов, value, она говорит, чувак, ты тебя что-то не так. Давай я помогу тебе и дает все 5 на следующем уровне. I think I made it. Nope. У него нет хилок, ему нужно сделать этот буст. Теперь ему еще прилетело. Чистый случай. О, получилось. Теоретически он мог бы там сохраниться, но когда бы он не смог перебустить через стену. Очень полезный спелл. So Balefire is pretty damn good, and it also is gonna do one more thing. So other than killing enemies and super boosting, we're gonna use it to set up for a 5-minute skip coming up after this. Вот сейчас, когда он подбирает 5 заклинаний, сейчас будет уровень, который, по сути, занимает в районе 5 минут, потому что там надо убить 4 чуваков, и он... Все, что он сделает, это он прострелит их сквозь стены. Сначала надо подобрать ключ и уйти, собственно, в тюрьму, по-моему. Как я понял, что это тюрьма. Вот теперь у него опять ноль, потому что при выстреле последним зарядом он его дропает, подбирает, становится ноль. Вот, теперь он в тюрьме, и он прострелит сейчас 4 чуваков сквозь стену, потому что это ОПСПЛ. И он может делать такие вещи, как рейлганить сквозь стены. Все, вот, и он подбирает опять нулевой, чтобы у него опять на следующем уровне было 5. Почти конец, я так понимаю. Это уже почти конец игры. Сейчас надо будет чтобы закончить эту игру, надо собрать 4 печати и принести в какой-то зал.
Там будет очень интересный момент. Но сначала ему надо подобрать будет новый спелл, который маскировка, когда враги тебя не видят. Вот, в данном месте необходимо, как он сам говорит, использовать Fire Shield, но у него его нету. Все, поэтому он вызывает маскировку, сейчас он начинает сбор этих печатей по всей карте. И плюс здесь еще будет какая-то муть с телепортами, я не очень понимаю, что здесь будет происходить. Может, наверное, надо пройти игру. Там скоро появится. Говорит, ему нужен как минимум один заряд шифта для следующего уровня. I'm gonna stock up on Balefires again and kill the last boss that we're actually gonna kill. There is a. О, при этом говорит последний босс, с которым мы вообще будем драться в этой игре. Но он очень странный. Yeah, she got bugged. All right. Of course. Она там где-то. Она не умерла, то есть. Он побежал сразу в печать, чтобы подобрать ее и сразу вернуться, после того, как она умрет, потому что она должна была выстрелить и поджечь себя, но она этого не сделала, поэтому пришлось вернуться и добить ее. Вот эти штуки, которые похожи на подсвечники, являются телепортами. It swaps your place with an enemy. I'm gonna use that to position enemies where I want them to, and I'm gonna not die to these spikes. Он говорит, сейчас он будет перестрелять противника, поскольку у него есть спелл, который свапает. И в некоторых местах, если так делаешь, что враги как бы совсем тупеют и перестают вообще что-либо делать. У них включается искусственный интеллект, они просто все, что они делают, это бродят. Sometimes it'll just kill you for whatever reason. Вот теперь ему осталось собрать еще две печати, и по игре ты не можешь нести больше одной печати за раз, но он принесет сразу обе. Он бустанулся вперед и таким образом пропустил триггер для этого чувака. И опять стена, которую разработчики просто не поставили. Сколько он свапнулся с боссом с расстояния от триггера и включился? Да, уже был принцип-перси у нас сегодня, был, например, 15 минут ушел вперед. Вот здесь интересный факт, то есть просто падает этот камушек и отскакивает от головы. Теперь он дропает вот эту вторую печать, и одна висит у него на голове. Да, следующий Unreal. And do it again, so you can see one on my head, one on my inventory, and get ready on time, because we're about to finish this. As soon as I put the last seal on the altar, which I do by getting it off of my head with disguise. Вот. Все. Чтобы снять вторую печать с головой, поскольку вообще как бы ее туда снять нельзя, он использует еще раз маскировку, и она просто диспадывает. Потому что меняется текстурка вместе с применением маскировки. Can I get my time? Oh wow, nice. That's really good. Ваше время меньше, чем 19 минут. That would have been close to a record if it wasn't for the other thing. Well, not really. Yeah, maybe. Anyway, следующим будет Unreal. So we did have a donation. Я немножко отойду и... It was to watch the after credits cutscene. So normally what you would do is you would sit there for 4 minutes for the credits and watch just basically text scrolling around for 4 minutes with some pretty cool music, but not really cool enough for a GDQ. So what we're gonna do is hopefully it works. I have a save file, which will bring us into the credits, but it does skip one line of dialogue. So I'm gonna ask everyone on my couch who knows it to say the line of dialogue. Welcome to the wheel of time. Dance party. Плохо. Схалка. That's the biggest trollop I've ever seen. All right, so that's it. Thanks for watching. Really appreciate it. Да, это конец. Hope you all had a good time. Вот теперь я отойду на пару минут и вернусь совсем скоро на Unreal.